Открытый чемпионат Южного Казахстана также прошел и по кикбоксу «Фулл контакт», когда спортсменам разрешается наносить удары руками и ногами без ограничений силы. Турнир собрал свыше 130 участников от 10 до 14 лет. Соревнования проводятся с целью подготовить юных спортсменов к большим состязаниям. Для многих из них это первые официальные схватки. Здесь они набираются опыта, закаляются. Скоро стартует чемпионат Казахстана по кикбоксу. Наши спортсмены должны быть готовыми. Быстрым получился поединок весовой категории 33 килограмма. 11-летний Куат Жандар – один из многообещающих бойцов. Юный кикбоксер не оставил своему противнику ни единого шанса на благоприятный исход, одержав победу со счетом 3-0. Мой соперник не был сложным, он плохо держал защиту, и я воспользовался. Теперь нужно продолжать дальше и выиграть турнир, чтобы мои родители гордились мной. В начале апреля в городе пройдет отборочный турнир на чемпионат Казахстана. Все спортсмены, принимавшие участие на этом турнире, смогут побороться за путевку на республиканские старты.